Вот тоже тормозные суппорта Brembo. Это где-то 10 тысяч рублей за сумму. Тоже опять же диски разные. Здесь можно долго смотреть. А вот здесь находится эти панель приборов разные. То есть здесь электронные. Как там вот видите, да? Можно посмотреть, если как она светится, что отображено. Там пример идет, вот как она. И также есть такие механические диски со стрелкой. Тоже для кастома в основном покупаются. Вот ограничение скорости написано, сколько там максималка это. То есть докуда шкала. Или электронные. То есть также тахометры есть. В частности, там был спидометр. 180 уже. До 180 идет. В принципе, цена вот таких вот со стрелками. Цена таких спидометров от 4 до 8 тысяч рублей примерно так. Вот тахометр идет. Тахометр где-то за 7 тысяч рублей идет примерно. Подожди. А это вот вольтметр. Тоже хорошая штука, полезная. И термостат. Вольтметр. Электронная стоит 1200-1300 рублей. Термостат стоит где-то 1500, наверное, так, рублей. Да. Ну вот, в принципе, здесь все. Это разные ниппели, так, по мелочи все. Компрессор. А, нет, это на, ну, как это, уровень топлива. Уровень топлива вот такой вот можно поставить за 2000 рублей Honda. Либо вот такой вот Daytona за 6000. Тут уровень топлива и спидометр, и тахометр все вместе. Карбюратор этот. Это уже тоже для кастома в основном. Вот и Шимура вот разные, там Китако, Такигава, ну, японские в основном все. Значит, цена такого карбюратора вот Китако за 8 тысяч рублей, и Шимур за 15, Такигава за 12. Что там еще есть? А набор, это вот уже для кастома самых скутеров или там мопедов. 85 кубов, 81 куб, 75 кубов. Ну там разные, то есть уже в сборе все вместе стоит за 5, от 5 до 10 тысяч, примерно так. Набор. И уже для макси-скутеров идут. 180 кубов, 170 кубов, 20 тысяч рублей примерно так за, от 15 до 20 тысяч рублей за набор. Соответственно, динаметрический ключ для точной затяжки, сколько там надо силы затяжки, что делать, стоит 4 тысячи рублей. И разные тоже всякие тут приборы, здесь такие Такигава, тоже фирменные. Это от 2 до 6 тысяч рублей. Ну, в принципе, и все, наверное. Есть еще второй этаж. Там одежда продается. Вот, как бы, ну, я туда не пойду. Мне как бы смысла нет туда ходить, как бы. Это долго достаточно там снимать. Да и, в принципе, там особо ничего не видите. Надо приходить самому мерить. Ну, сейчас пройдусь еще по магазину, так покажу, что здесь еще есть, что хочу. Колоночки для тех, кто хочет себе музыку. Две
3000 рублей колоночки. Панель приборов 15 тысяч. Это да, модельки Harley Davidson для фанатов. Интересно. Ремни вариатор и сами вариатор. Ремень стоит порядка, стоит ремень, кстати. Это 1000 рублей ремень, а ремень с вариатором или комплект стоит порядка 3000 рублей. Для побольше ремней стоит уже 2000 рублей. Накладки на бак, чтобы не скользили ноги. Подставки под баночки или бутылочки. Часы. Растяжка на руль. Сами рули разных размеров и форм, даже вот можно такой себе взять. Интересные такие. А скутеры в основном такие ставят себе. На Макси скутеры. Это уже с растяжкой. Поставки под руль тоже разные цветов, высота там разная. Ну, в принципе, и все. Магазин большой достаточно, все, ну, приемлемые цены. Я здесь периодически затариваюсь, что мне надо. Хотя в основном в Японии особо запчастей никто не покупает там, что. Если у тебя нормальная ухоженная техника, то редко требуется запчасти. В основном люди сдают или продают эти мотоциклы раньше, чем требуется какая-то существенная капитальный ремонт. И обычно эти мотоциклы уходят в Россию или страны СНГ. Ну, в принципе, и все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. И обязательно вам сниму еще много новых видео. До скорой встречи.